Санкт-Петербург основан Петром I в 1703 году на бывших шведских отвоеванных землях. Здесь была заложена крепость Санкт-Петербург. Петр I назвал город в честь апостола Петра с 1720 года. Город стал называться Санкт-Петербург. В народе зовется Питер. С 1712 года столица государства российского. В город из Москвы переведены царский двор и государственные учреждения. Столицей Санкт-Петербург был до 1918 года. В наше время город называют северной столицей. В Питер ездим каждый год, останавливаемся в недорогой гостинице, которая сохранилась со времен СССР. Наверное, по комфорту и мебели. Гостиница расположена на Васильевском острове, от ТЭЦ номер 7. В дельте Невы Васильевский остров самый большой. А это все, что осталось после революции. Первое, что попадается на глаза возле гостиницы, это церковь, милующая иконы Божией Матери. Церковь была заложена в 1889 году. Рядом еще одна церковь, храм Успения Пресвятой Богородицы. Заложен храм в 1895 году. Церковь красиво смотрится с разных ракурсов. Рядом набережная, где швартуются круизные лайнеры. Здесь же можно покататься на роликах. Недалеко чугунный разводной Благовещенский мост. Соединяет остров с центром города. Мост построен в 1850 году. Самая узкая улица с шириной 5,5 метра Санкт-Петербурга считается улица Репина. Возникла в 1720 году. Кунсткамера, музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Здание Академии наук. Растральные колонны. Развод Дворцового моста. Народ радуется и празднует. Панорама реки Невы и набережные Васильевского острова –